Оказались нарушителями не по своей воле десятки автомобилистов Иркутска. В областном центре при повороте с улицы Кожова на 3 июля нанесли новую дорожную разметку. Вот, правда, вместо прерывистой линии подрядчик изобразил на асфальте сплошную. Из-за этого у водителей не было возможности выехать на Академический мост. Но такое дорожное нововведение оказалось ошибкой. В спешном порядке рабочие превратили сплошную линию снова в прерывистую. Но все-таки куда чаще жители областного центра нарушают правила дорожного движения намеренно. Очередная подборка наиболее странных поступков водителей прямо сейчас. Чем чаще в Иркутске говорят о соблюдении правил дорожного движения, тем больше ошибок допускают автолюбители. Подтверждение тому – действия водителя белой иномарки. Сначала он ушел с правой полосы налево под красный сигнал светофора, а затем, чтобы точно убедить других автомобилистов в своей позиции, еще раз проигнорировал регулировщик уже на другом перекрестке – хронический автохам. Совсем по другой причине не соблюдают правила водители автобусов. Они просто думают, что дорожное движение должно подстраиваться под них, а не наоборот. В очередной раз доказал это шофер автобуса 28R. Несмотря на красный сигнал светофора и пешехода, он даже не затормозил и продолжил движение вперед. Кажется, это заявка на лишение прав. А порой на одном участке можно увидеть сразу комбо нарушений. Так, на Глазковском мосту чуть не столкнулись 3 автомобиля. Источником проблемы стал водитель иномарки, который, не убедившись в безопасности маневра, решил перестроиться, к тому же не включив поворотник. В свою очередь, шофер автобуса также нарушил правила, не пропустив легковушку вперед, и в итоге был вынужден выезжать на встречку. Благо, в последний момент все смогли разъехаться. Если вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире.